Омар Заруки, известный также как Омар Сверло. Во Франции ему дали двадцатку. Новости есть? Родина твоего отца отныне будет охранять тебя под жарким солнцем. Ты вернулся домой, я просто впечатлен. Видимо, тут я и сдохну. Добро пожаловать. Да все это Тамар, он депрессует и хочет во Францию. Мне что тут, до смерти торчать у бассейна без воды? Что сказал адвокат? Если ты дернешь отсюда, то сядешь на 20 лет. Омар, Роже, братва, вы легенды. А что ты мне подмигиваешь? Поиметь, что ли, хочешь? Хочешь, да? Мы станем бизнесменами, будем рубить бабки. В этой стране, чтобы стать миллионером, нужно быть миллиардером. Кто они такие? Похоже на тебя. А вы крутые? Чтобы рыбку съесть, за ней надо в воду лезть. Ты можешь вернуться в Париж в любой момент. Омар Заруки. Менеджер и партнер. Ты мне брат, и это навсегда. Для меня Омар – это подлинный образец гуманизма. Сразу видно, ты босс. Любви к жизни. Что я вам, шлюха? И к родине, с которой ему пора воссоединиться. За нас. Да. Рида Катеп. Бенуа Мажемель. Мариэм Амьяр. Даже не пытайся. Король улиц. Слышь, брат, почему его зовут Омар Сверло? Потому что он четкий, как дантист. В кино с 20 июля.